Дөңгелегім дәрт салғыз, өткірдің дәрі. Так, всем привет. Общий ассаламу алейкум. Так, с вами Гара Пап сегодня. Ну, многие там спросили насчет там чувствительности, насчет управления. Короче, синса, не синса. Но я сам не опытный игрок. Я играю чисто классику. Вот, и моя статистика. Ну, когда 7.83. Играю, ну, девайс iPhone 11 Pro. Играю на 4 пальцах. И так, сначала что будем? Сначала давайте настройки. Так, управление. Основное управление. Так, вот смотрите, здесь что покажу вам. Ну, режим прицела у меня там удержание. Так, так, крутите там наклон тоже удержание. И так, продвинутое управление. Так, здесь все стоит вот так. Вы можете посмотреть, там на паузу поставить, сравнивать своими. Так. И здесь объясню, вот чувствительность рывка. У некоторых там стоит, вот, например, 50, да? Это чувствительность рывка. Ну, давайте это попозже, да, объясню. И так, так, здесь остальные, вот, смотрите. Так. Вот. Так, теперь... зайдем в черный полигон. Вот. Так, в черный полигон. Например, вот здесь я вам покажу, вот, например, управление, продвинутое управление. Что означает эта чувствительность рывка? Рывка, вот, например, у всех, у многих сначала, когда вы качаете PUBG, сразу здесь автоматически должен быть 50. Вот, например, загрузка в облако. 50. Вот, например, вот у меня бегает персонаж вот так. Видите, да? Вот. А когда вставляете на чувствительность рывка на полную, на максимум, да, вот 100. Вот видите, мансовать там легче. Там мансовать легче. Ну, короче, чувствительность рывка, вы же понимаете, о чем я, да? Так, теперь, что означает, например, третье лицо и первое лицо. Например, запомните вот это. Вот видите, тут, если сковородка была, то сковородка была видна. Вот, например, эту, запомните, да, персонажа. И сейчас покажу вам. Третье лицо, например, на 80 поставил. Вот видите, уже персонаж стал ближе, там, ну, короче, ближе становится. Не знаю, кому как, но я играю там на максимум. Третье лицо на максимум, первое лицо тоже на максимум. Так, теперь чувствительность. Насчет чувствительности. Там мои некоторые видео есть, где там 3 головы, 2 головы. Ну, короче, расстояние нормальное, далеко. Как это мы делаем? Вот, например, сюда заходим. Моя чувствительность для меня идеальна, а для вас не знаю. Вы должны как-то найти себе свою чувствительность. Я вам просто помогу найти эту чувствительность. Например, у меня чувствительность камеры 100. Там вот посмотрите. Вот. Так, гироскоп теперь. Гироскоп у меня включен full прям. Играю гироскоп full. Так, ADS тоже включен. Вот, посмотрите. И так, управление, там вот, код, синса код. Так, я вам сразу говорю, у меня там код не рабочий. Не знаю почему, но не рабочий. Там все говорят, что у меня не рабочий. Вот просто поэтому смотрите вот здесь и сравните своими там. Если хотите, поставьте мою чувствительность. Если хотите, то ну, приблизительно поставьте, найдите свою чувствительность. Я вам просто помогу найти свою чувствительность. И еще, еще настройку кнопки. Так. Я играю на 4 пальцах. Вот. Видно, да, вам, по-моему? Вот. Там все видно, да? Так, здесь могу, вот у меня я с первой схемой играю. Вот здесь. А это код рабочий. Можете использоваться там, поставить, попробовать там, короче. Так. Еще что я хотел сказать.
Если хотите там, ну, хорошо стрелять или хорошо играть, то постарайтесь где-то много файтов, где-то много мяса туда попасть, там, ну, арену играете, там, не знаю, короче, надо делать много движения. Там, знаете, лут, вот для меня лут вообще не интересен. Главное для меня, ну, там, стреляться, ну, короче, попаститься. Вот такая далее. Вот, насчет. И когда вы хотите там настроить чувствительность, да, ну, поставитесь вот без, ну, без никакой там обвеси, без ничего, просто чисто с этого оружия. Просто это помогает. Когда вот обвес надеваете, там вы это привыкаете, и там, ну, в начале катки или так далее там будет сложно. Поэтому без никакой обвеси постарайтесь там, ну, настроить чувствительность. Вот, короче, мой совет. Ну, короче, каждый день там, вот, например, когда перед матчем, ну, не каждый день, а каждый второй день, типа, я настрою, здесь захожу, я настрою, я стараюсь, типа, играть идеальным сенсе. Вот вы тоже постарайтесь так. Так, еще что я хотел. Все, по-моему, все объяснил, что я мог. Если вам, ну, это видео помогло, то я рад. Напишите свое мнение в комментарии, буду ждать. Не забудьте подписаться и ставить лайк. Это для меня большая поддержка, большая помощь. Я хочу 1000 подписчиков. Может, добьем 1000 подписчиков с этим видео. Я буду слишком много рад. Так. Вот. И мой совет. Я вам еще раз говорю мой совет. Если хотите вот улучшить свой скилл, то вот играйте где-то много мяса, где-то много файтов, а не надо там каждый минут, каждую секунду там ящиков лутать, туда-сюда делать. Но я вначале тоже играл там с лутом, почти каждый ящик лутал, а потом там уже, ну, не знаю почему, ну, и это для меня стало неинтересно, там, вот, стало чисто там набрать скилл там туда-сюда. И смотрю там всяких ютуберов, например, Троутс, Зенос, и наблюдаю за ними и на некоторых фишках учусь. И некоторые спросили там, я сколько же играю, я играю примерно, ну, общий взять, если я год играю. У меня опыт игры уже год. Вот. Вот, по-моему, все. И если видео кому-то там помогло, действительно, то я рад, конечно. И вы тоже не забудьте там подписаться, ставить лайки и написать свое мнение в комментарии. Я буду читать каждый все комментарии. Каждый комментарий буду читать. Так, с вами была Гарапап. Всем пока, всем топ-1, всем до свидания. Желаю всем вам удачи, там, успехов и так далее. Вот, и еще раз не забудьте там подписаться и ставить лайк, да? Спасибо заранее за поддержку, за каждую поддержку, за каждый лайк, за каждый комментарий. Спасибо большое. До встречи.